Компания с Южной Кореи поставляла России оборудование для ядерного оружия. Тут сложности будут заключаться в том, что эти товары могут продаваться через третьи страны с изменением соответствующей конъюнктуры, названий. Оборонные заводы страны-агрессора активно используют продукцию данного производителя. Я вполне себе допускаю, что Южная Корея могла и не знать, потому что про поставки соответствующих товаров. Что же это за компания, сегодня расскажем. Южнокорейская компания YG-1 после начала полномасштабной войны РФ против Украины поставляла оборудование двум российским заводам. Они специализируются на изготовлении ядерного оружия. Это не какие-то, скажем, чипы или то, что вот прямо точно можно использовать, скажем, эта продукция, которая была поставлена от фирм с Южной Кореи в военной промышленности. Это смежные, так называемые, товары, на которых нету санкционных ограничений. Но, как видим, даже по этим смежным товарам Российская Федерация зависима от других стран. Компания YG-1 является одним из крупнейших производителей металлорежущего оборудования не только в Корее, но и в мире. Она производит широкий спектр инструментов, которые используются для обработки металлов. Эти инструменты позволяют обрабатывать все виды металлов и являются критически важными элементами для авиационной и ракетной промышленности. Тут сложности будут заключаться в том, что эти товары могут продаваться через третьи страны с изменением соответствующей конъюнктуры, названий и так далее и тому подобное. Ну, то есть это мы все уже не один раз видели эти инструменты обхода санкций. Но очень важно, чтобы сама Южная Корея понимала, что с ее страны идут товары, которые помогают Российской Федерации воевать. Так каким же российским компаниям поставляли это оборудование? Одним из их клиентов стал ВГУП комбинат «Электрохимприбор». С 1947 года производящий изотоп урана-235, а с 1951 атомные бомбы. С начала полномасштабного вторжения завод приобрел в Корее 15 типов сверл и 7 типов метчиков. Я вполне себе допускаю, что Южная Корея могла и не знать, потому что про поставку соответствующих товаров, потому что это, ну, как бы не являются, они не являются санкционными, соответственно, на них не делается такой серьезный упор, чтобы их не поставлять в Российскую Федерацию. Еще одним покупателем оборудования из Южной Кореи стало ВГУП производственное объединение «Маяк», являющееся первым объектом российской атомной промышленности. Также в феврале 2024 года Центротех, который входит в Росатом и производит центрофуги для обогащения урана, объявила мониторинг цен на поставку инструментов с южнокорейской компании. Скажем так, очередное, с одной стороны, подтверждение того, что российский ВПК очень зависит от иностранных компонентов и, конечно же, не является автономным. Вот. Но, с другой стороны, это говорит о том, что нету какой-то единой, к огромному сожалению, такой синхронизированной международным сообществом, санкционной политикой, которая бы какой-то общей базы данных, которая бы наполнялась соответствующей информацией и акцентировала на это внимание, так сказать, как таможни, соответственно, так и конкретным странам. В Россию YG-1 поставляет оборудование через дочернее предприятие YG-1 Rus. По данным таможенного агрегатора Import Genius, в 2022-2023 годах российская фирма YG-1 получила от филиалов компаний в Италии, Индии и Турции 93,7 тонн оборудования на сумму более 68 миллионов долларов.